Свои новинки и проверенную временем продукцию представили якутские фирмы и индивидуальные предприниматели. В канун Дня предпринимателя в Якутске открылась выставка «Бизнес-экспо-2017». Ее проводят для предпринимателей и производителей товаров. В этом году в выставке приняли участие 90 предприятий из Якутска и 18 районов республики. Подробнее об этом далее. Единственный производитель носочных изделий в республике – текстильная фабрика «Золотой наперсток» уже пятый год трудится на рынке. Сегодня цех изготавливает до 72 тысяч пар носков в месяц. Мы открылись как ателье. В 2013 году стали резидентами бизнес-инкубатора. Мы в госзаказах участвовали в 2015 году. Как бы искали носки по одной, как пар, 2000 пар. Не нашли, решили самим открыть. Интерес у гостей выставки вызвало производство компании «Саха Лайтинг». Они занимаются заменой люминесцентных светильников на более экономные светодиодные лампы, которые переносят холод. Вот сейчас мы хотим выйти, получили сертификацию на уличные светильники. Они будут выдерживать температуру до минус 65 градусов. Это, в принципе, больше таких светильников в России никто не производит. В этом году мы сделаем... Отправим, хотим договориться с поселком Тикси и с поселком Аймикон и отправить туда пробную партию и посмотреть, как выдержат зиму наши светильники. И в следующем году вот, сертифицированные, проверенные светильники вот мы будем распространять на всю Арктику. Помимо выставки продажи продукции, на той же площадке проходят практические сессии для производственников, где им рассказывают, как правильно вести малый бизнес. Отметим, что сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства трудится более трети населения республики. У нас официально по статистике 48 тысяч малых и средних предприятий. Здесь же все – это легальный официальный бизнес. Они платят налоги, платят заработную плату. Вот нам нужно сделать так, чтобы не было нелегального бизнеса в республике, чтобы все они были. И эти мы расширим площадки выставочно-ярмарочные, чтобы люди убедились и свои достоинства нам демонстрировали. К 2020 году в республике планируют создать не менее 2500 рабочих мест и обеспечить продвижение не менее 10 наименований продукции местных производителей на внешние рынки. Саргалана Федорова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.